Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Я сразу не взял показать. Дай-ка потихоньку. Мы озвучиваем, начитываем весь Новый Завет толкованием блаженного Феофилакта вот по этому труду. Это у нас выпуск второй, Новый Завет. Толкование вместе с Откровением. Это впервые за 2000 лет вышло это. Вот показать, как книги выглядят. И Новый Завет. И в этом Новом Завете мы иллюстрации поместили, раскрасили 230 картин Гюстава Доре. Вот оно как выглядит. То есть эти книги можно приобрести даже. Итак, Лука 11:5-8. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечем предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Толкование блаженного Феофилакта. Полночью называют последние дни жизни, которых, когда достигнут люди, начинают сочувствовать доброму и устремляются к Богу. Ибо он есть друг, любящий всех и всем желающий спасения. 1 Тимофея 2:4. Итак, многие в полночь, то есть в конце жизни, приходят к Богу как к другу и говорят, дай нам три хлеба, то есть веру в Троицу, ибо зашел друг, то есть ангел, землющий душу. Впрочем, и всякий ангел есть друг, как и Господь говорит, что радость бывает на небе о спасении человека. Луки 15 глава, 10 стих. Дети, покоящиеся на постели, суть люди, обратившиеся и потому сделавшимися чадами Господа и удостоившимися покоиться вместе с Ним. Неотступностью называют усиленную и продолжительную молитву с терпением. Луки 11 глава с 9 по 13 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворит. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Толкование. Смотри, какая точность в словах. Не сказал Господь, попросите, и дастся вам, но просите, то есть непрерывно ищите. Всякий просящий получает. Неужели получает тот, кто просит бесполезного? Нет. Ибо, во-первых, прошение о бесполезном не может быть и названо прошение перед Богом. Ибо кто молится Богу, тот должен просить того, что Он дает. А если кто просит бесполезного, тот творит прошение не к Богу, ибо Он не дает неполезного. Потом слушай, как и сам Господь научает нас просить того, чего должно просить. Он говорит, сын просит хлеба, и рыбы, и яйца. Поэтому, как эти предметы составляют пищу человека, так и наши прошения должны быть полезны нам и служить в помощь. Под просящим хлеба разумей, пожалуй, всякого, кто просит, чтобы открыты ему были вера в Троицу и правильность догматов. Ибо они, как утверждающее сердце, суть хлеб. А рыбы просит тот, кто, находясь в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе, сохраниться живым и непогруженным среди искушений. А тот просит яйца, кто желает, чтобы ему даны были порождение добродетельных душ, каковы души, как взявшие крылья, вознесшиеся духом
и пролетевшие землю, по справедливости могут быть уподоблены птицам. Луки 11, глава 14 по 20 стих. Однажды знал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить. И народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов в силу Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чью силу изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Толкование царства блаженного Филактов. Немым часто называется тот, кто не говорит, но называется также и тот, кто не слышит, а вернее тот, кто не слышит и не говорит. Приведенный ко Христу был в обоих отношениях нем, и на язык, и на ухо. Он есть образ человеческой природы, которая, будучи одержима от бесов, не способна была ни к слышанию слов Божьих, ни тем более пересказыванию. Но Господь, придя и знав бесов, то есть страстные и бесовские дела, сделал то, чтобы мы не только говорили, но и проповедовали истину. Ибо слова Божьи должны не только слушать, но и другим пересказывать. Итак, будем слушать мы, имеющие в себе дела бесовские, думающие других учить и позволяющие называться от людей учителями. Ибо когда выйдет бес, тогда бывает истинная говорливость и учение. А доколе внутри нас находится произведение демонов, страсти, да то ли не говорим, хотя и кажемся говорящими. Фарисеи клевещут на чудо и Господа поносят, как обманщика. Пусть будет и так. Я изгоняю бесов в силу Вельзевула. Но сыны ваши, то есть апостолы, чьей силу изгоняют? Не очевидно ли, что моим именем? Как же вы обо мне говорите, что я изгоняю через Вельзевула, нуждаясь в силе его, когда сыны ваши, именно апостолы, изгоняют именем моим? Подлинно они будут вас судить. Ибо если они изгоняют именем моим, то я сам, очевидно, не имею нужды в силе другого. Я изгоняю перстом Божиим, то есть Духом Святым, а не Духом Лукавым. Духа называют перстом для того, чтобы ты знал, что как перст одного существа с целым телом, так и Дух Святой единосущим со Отцом и Сыном. А это имеет такой смысл. Разрушается, наконец, царство дьявола, и воцаряется Бог, изгоняющий бесов. Комментарий Игнатия Лапкина. Ищущая душа Бога, которой коснется Дух Божий, при всем желании сможет умолчать о радости, которую посетил ее Господь. Слова Божьи должны не только слушать, но и другим пересказывать. Это и есть истина возрождения, соединение с Богом, как у Фатины Самарянки у колодца Якова. Она тут же возвестила всему городу, когда она нашла глашатая истины, как на крыльях облетели вселенную. Слова Божьи должны не только слушать, но и другим пересказывать. И где бы они ни появлялись, всюду высевали евангельское семя проповеди. Деяния 17, глава 11 стих. Здешние были благомысленнее филосонийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяния 8.4. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. В годину искушения, гонения верующие заботились только об одном и просили в своих молитвах, чтобы распространять слово Божие как можно шире. Первоапостольская церковь своими словами в молитвах, кратких и точных, стучала во врата небесной отчизны. Это было так угодно Богу, что Создатель мгновенно отвечал им. Слова Божии должны не только слушать, но и другим пересказывать. В русской церкви за 1000 лет, может быть, ни разу так и не молились в церкви и не получали такого ответа. Потому что пошли совершенно иным путем. Как говорили иностранцы, Россия выглядела как большой монастырь.
Деяния 4 глава 29-31 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелости говорить Слово Твое. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Луки 11 глава 21-26 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Толкование. Прежде моего пришествия, говорит, сатана был силен и охранял свой дом, то есть господствовал над естеством человеческим твердо и безопасно. Но когда пришел я, сильнейший его, тогда я победил мир и все его оружие, на которое он надеялся, то есть все виды греха. Ибо грех есть оружие дьявола, и им-то он смело преодолевал людей. Это все оружие его я сокрушил, потому что во мне не нашлось никакого греха. 1 Петра 2 глава 22 стих. С тех пор он ослабел. И похищу у него, то есть людей, которые были как бы добычей его, я исторг у него и поручаю каждому особому ангелу, верному хранителю, что вместо беса, у которого он был во власти, управлял им ангел. Я имею общение с сатаной, поистине такое помышление явилось у вас от того, что вы ныне в большем общении с бесами. Нечистый дух жил в вас и прежде, когда вы служили идолам и убивали пророков. Потом, по-видимому, он вышел из вас, а ныне опять возвратился в дом свой, то есть в ваши души, 7 духами, то есть многими, ибо число 7 в Писании часто употребляется в значении «много». И сделал для вас последнее хуже первого. Места безводные. Суть души тех, кои не имеют никакой мягкости. Души черствые и озабочены собой. Поскольку же лукавый не имеет никакого места к обитанию в таких душах, то он возвращается к иудеям. И последнее для них становится хуже первого. Так ныне у них нет уже ни пророков, ибо они убили слово, ни помазания, ибо они распяли Христа, помазанника. Прежде, хотя они служили идолам, у них, видимо, были пророки и помазания, а ныне им всего лишились, потому что согрешили против Сына Божия. Луки 11 глава, 27-32 стих. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Толкование. Он ублажает тех, кои соблюдают Слово Божие. Впрочем, отнюдь не с тем, чтобы мать свою лишить ублажения, но с тем, чтобы показать, что и она не получила бы никакой пользы от того, что родила его и питалась сами, если бы не имела всех прочих добродетелей. Говорит это вместе и потому, что идет ко времени, поскольку завидующий ему и не слушающий слов его поносили слушающих, то он, вопреки им, особенно ублажает слушающих. Знамение Ионы, то есть знамение воскресения, ибо как он провел 3 дня в чреве кита,
китовым. Так и я пробуду 3 дня в чреве кита, великого животного, то есть ада, и воскрешу. Когда Иона выброшен китом и как бы снова оживший начал проповедовать, то ниневитяне послушались, а мне и после воскресения моего род сей не поверит. Поэтому они будут осуждены за то, что не подражали ниневитянам, хотя здесь больше Ионы. Ибо мое достоинство и способ проповедь представляют большое различие. Я владыка, он раб. Я проповедую Царство Небесное, он спасение от угрожающей погибели. Я совершаю чудеса, он не сотворил никакого чуда. Равным образом и царица Южная осудит род сей, ибо она приходила с конца земли слушать премудрости Соломона. Под царицей Южной разумей, пожалуй, и всякую душу, сильную и постоянную в добре. Север, когда служит символом место пребывания противника, Писание не одобряется, потому что он холодит и наводит омертвение и оцепенение. А юг, как противоположный северу, одобряется, потому что южный ветер приносит теплоту, оживление, отогревает и оцепеневшие части. Поэтому и в песне песней невеста, прогоняя север, говорит: «Поднимитесь с севера и принесите с юга». 4 глава, 16 стих. И пророк опять говорит: «И пришедшего от севера удалю от вас», то есть сатану. Иаиль, 20 стих. Итак, душа, царствующая на юге, то есть в благодатной стране духовной жизни и окрепшая через упражнение в деятельности, приходит слушать премудрость, то есть восходит к созерцанию. Ибо премудрость Соломона, мирного царя, есть созерцание Господа и Бога нашего, которого никто не достигнет иначе, если через упражнение в деятельности не сделаться царем и владыкой в добродетельной жизни. Луки 11 глава, с 33 по 36 стих. «Никто, зажегший свечу, и не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Толкование блаженного Филакта. Поскольку завистливые иудеи, смотря на чудеса, по злобе ума превратно толковали их, то Господь и говорит следующее: «Люди, получившие светильник от Бога, то есть дар ума, которым мы смотрим, как бы светом нам данным, сокрыли рассудительность и, омрачив себя завистью, не видя чудес и благодеяний, хотя мы для того получили ум, чтобы поставлять на подсвечник, чтобы и другие видели свет. Входящие, то есть вновь вводимые и начинающие, увидели бы свет. Ибо кто мудр, тот уже вошел, а кто еще учится, тот лишь входит. Но вы, фарисеи, не захотели сделать всего, а око души, то есть ум, доселе прямой, искривили и затемнили. Ибо как око тела, как его само, таковым делает и тело. Например, если оно чисто, то и тело светло, а если оно темно, то и тело мрачно. Та же точно и душа располагается по состоянию ума. Если око и свет, полученные ей от Бога, начинают омрачаться завистью или постижанием, вообще сказать, любовью к веществу, то и она омрачается. Луки 11 глава, с 37 по 41 стих. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешне чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». Толкование. Хотя Господь знает недоброжелательство фарисеев, однако ж обедать с ними потому, что они были лукавы и нуждались в исправлении. Ибо для того он обедает с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их.
Например, и теперь, смотря на неразумных обычай, умываться перед вкушением пищи, научает, что душа должна быть очищена добрыми делами, как полоскание водой очищает не душу, а тело. Они безрассудно думали, что через прогружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается душа их. Поэтому Господь воспользовался прекрасным примером чаши. И как время было стола, он упоминает о чаше и блюде, и заимствуя свидетельство от того, что лежало перед глазами, убеждает фарисея, что как нет никакой пользы, если чаша снаружи чиста, а внутри наполнена всякой грязью, так нет никакой пользы и в том случае, если при омывании тела душа исполнена всякой нечистоты, например, хищение и лукавство. Господь сделал намек на две господствующие страсти иудеев. Словом «хищение» на любостяжание, словом «лукавство» на зависть и следствие зависти. Итак, никакой нет пользы, если душа находится в таком состоянии. Безрассудное. Не то же ли сотворил и душу, кто сотворил тело, на котором вы так много останавливаетесь? Поэтому вы должны и душу очищать. Потом научает их, как очищается внутренность именно, указывает на милостыню. Смотри, пожалуй, как он указал на милостыню, врачует обе страсти их, разумей, зависть и хищение. Ибо кто истинно милостив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит милостыню, ни завидовать ему. Итак, поскольку он порицал в них две страсти, то изгоняет их одним лекарством, именно милостыней, которая есть первая дверь боготворящей любви. А где любовь, там какое любостяжание и зависть? Псалом 61, 11 стих. Луки 11 глава, 42 по 51 стих. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которые избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, что они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщет от рода сего кровь всех пророков, пролитая от сознания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Толкование. Фарисеи именно для того, чтобы не приступить закона, давали десятину из самых незначительных предметов. Если кто упрекал их в мелочности, они ссылались на закон, который повелевал приносить священникам десятую от со всего. Десятину. Десятину. Поэтому Господь и говорит: как сим вы не пренебрегаете, так надлежало вам творить суд и любовь Божию. Поскольку фарисеи были неправосудны, притесняли вдовиц и сирот, то Господь говорит: должно вам иметь суд, то есть правосудие. Поскольку же они были презрительны и к Богу, без рассуждения простирая руку к священным делам, то Господь заповедует им иметь любовь Божию. Ибо кто любит Бога, тот к делам его не приступает с пренебрежением. Господь же говорит: вы подобны гробам, которые полны всякой гнилости, а снаружи блещет мрамором. Люди по наружности их не узнают, какими правилами они руководствуются жизни, почему они ходят. А если бы знали, то отвратились бы по причине внутренней скверности. Законник безрассудно сам себя подвергает обличению. Законники были иное, чем фарисеи.
Фарисеи считались подвижниками и отсеченными от прочих. А законники были книжники и учителя, и для желающих разрешали вопросы из закона. Они, законники, налагали на людей бремена тяжелые и удобоносимые, а сами не дотрагивались до этих бремен и перстом своим, то есть сами ничего не соблюдали из того, что заповедали прочим. Ибо когда учитель сам делает то, чему учит, тогда он обличает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда бремена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так как где и учитель не может выполнить их. Господь обнаруживает также, что иудеи – потомки Каина и наследники его злобы, когда говорит, что вся кровь, пролита от Авеля до Захарии, взыщется от рода сего. Вы, говорит, убивали пророков, братьев ваших, как и он Авеля. Почему не без основания некоторые принимали Каина за образ людей, побивавших пророков? За что мщено им 7 раз, то есть наказанием легчайшим? А Ламеха за образ людей, убивших Христа, за что отмщено им 70 раз 70-е? Бытие 4.24. Именно, рассеянием в плен безвозвратный. Кто же был Захария, которого убили между храмом и алтарем? Одни говорят, что это давнишний Захария, сын Иодаев, которого побили камнями, как известно из книги царств. 2 Паралипоменон, 24 глава, 20-21 стих. Другие же говорят, что это отец предтечи. Он не исключился из ряда дев Богородицу после того, как она родила Христа, и поставил ее на том же месте, где и они стояли. А это место было между храмом и внешним медным алтарем. За это и убили его, так как некоторые ожидали во Христе будущего царя своего, а другие, между тем, не желали быть под властью царя. То поэтому убили этого святого и за то, что он утверждал, что родила дева и что родился Христос, будущий царь их, что было им противно, ибо они желали быть без царя. Луки 11 глава с 52 по 54 стих. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Толкование. Ключом разумения Господь назвал учение и руководство посредством закона, могущего приводить ко Христу. Ибо закон, без сомнения, служит руководителем ко Христу. Галатам 3 глава 24 стих. Итак, законники, по-видимому, объясняли закон, а между тем злонамеренно удерживали ключ разумения и не отворяли двери закона, через которые могли бы сами они и народ перейти ко Христу. Закон служит дверью ко Христу, но эта дверь остается заключенной, если кто-нибудь не объяснит примрачной стороны закона и таким образом не отворит двери. Ибо и Господь сказал: «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне». Иоанна 5:46. И опять: «Исследуйте Писания, они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне». Иоанна 5:39-40. Для примера укажу на одно. У иудеев, как известно, заколаем был агнец, помазываемы были пороги, вкушали они эти мяса. И это у них было победой над губителем. Исход 12 глава с 1 по 13 стих. Всем этим предизображалось таинство Христово. Когда Христос заклался, как непорочный и пречистый агнец, тогда помазаны и наши пороги, то есть сердце и воля. И на двери их, то есть ум, и мы вкусили плоти Сына Человеческого и победили губителя душевных наших сил. И очень многие установления закона указывали на Христа. Хотя закон был как бы прикрыт и заперт темнотой буквы, как бы дверью какой, но если кто-нибудь вверяемо было учение... Кому-нибудь, а не кто-нибудь. Но если кому-нибудь вверяемо было учение, тот имел ключ разумения. Если бы таковой пожелал, то мог бы отворить его, и сам вошел бы, и других бы ввел. Но законники не сделали этого, а ключ разумения взяли, то есть сокрыли,
спрятали из виду. Когда же взят был от среды скрыт этот ключ, то есть истолкование закона, то запертой осталась и дверь его. Под ключом разумения можно понимать и веру. Ибо познание истины происходит через веру, как и пророк Исаия говорит: «Если не уверуете, не уразумеете». Исаия 6:10. Итак, законники ключ разумения, то есть веру, взяли от среды и скрыли. Ибо они не допускали некоторых веровать во Христа, Спасителя всех. Он творил чудеса, и народ, верою ради этих чудес, признавал бы его Богом. Но они, законники, говорили, что он совершает эти чудеса силой Вельзевула. Видишь ли, как они взяли ключ разумения, не допускать верить тому, что самих привело бы к знанию. Ибо обыкновенно происходит затруднение в речах, когда одного человека очень многие вдруг спрашивают, и притом о разных предметах. Тогда человек этот, не имея возможности всем отвечать, неразумно дает повод считать себя побежденным. Тоже злоумышляли против Христа и эти проклятые. Они, многие, вопрошая одного, думали сбить его в речах и привести в затруднение, как не могущие им отвечать, что было и вероятно. Ибо как может один вдруг отвечать многим на разные вопросы, то можно принимать и в таком значении. Уловить его из уст и обличить. Ибо когда кого уловят в собственных словах, то он, кажется, сам замыкает себе уста, то есть обличает своими устами и осуждается. Это значение видно из последующего. Ибо сказано, стараясь уловить что-нибудь из уст его. Все. Раз.